Не могу пропустить приемы пищи. Честно говоря, первые пару раз будут трудными. Организм привык к гормональной реакции на пищу. Появляется желание сказать «у меня не получается», но потом становится намного легче. Многие спрашивают, можно ли пропускать завтрак. Ответ «да». Поскольку утром уровень голода самый низкий, завтрак пропустить проще всего. Вы составляете для себя разные планы, и вы можете выбрать, какие приемы пищи пропустить, в зависимости от своего стиля жизни. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!